Слушайте, давненько я не видел красивый Fortnite. Как он вообще выглядит? На максимальных настройках. Что ж, сегодня в этом ролике я решил поставить 12 DirectX, включить RTX, включить Full Epic'и, DLSS'ы. Короче, все настройки на максимум. И посмотреть на Fortnite, как он выглядит. У меня вообще комп его потянет или нет? Мне вот это интересно. Потому что у меня уже комп, ну, такой... уже староватый, надо будет обновлять. Что ж, ну а вы напишите в комментариях, если играете на фул настройках, как вам вообще, сколько у вас FPS на эпиках? Вот, интересно. Приятного просмотра! Не забудьте лайк поставить и с друзьями этим роликом поделиться. Ну естественно, пролаги небольшие, пролаги. Сколько у меня будет FPS? Так, я вижу сразу облака. Слушайте, игра выглядит, ну... блин, ну я не могу с этими пролагами. На самом деле, игра может работать стабильно даже на моем ПК. У меня не супер мощный ПК, у меня старенький проц. О боже мой, вот это пролагивание. У меня старенький проц i7 6700K. И он... куда я вообще лечу? Я не знаю. Сюда, наверное, на эту локу. Я просто хочу куда-то полететь. Вау, ну красиво, конечно, да, красиво. Мне интересно вообще, какой у меня топ получится занять с вот такими настройками, с такой графикой, с такими пролагами. Хотя, смотрите, 90 FPS показывают. 90 FPS. А как вам игра вообще? Как вам игра? Как выглядит игра? Ну, тени, да, ну, прикольно. Прикольно. Кстати, ключ. Где взять ключ? Мы сейчас будем на топ играть, ребят. Чисто на топ. Очень тяжело играть с таким FPS-ом, на самом деле. Ну, в плане, когда ты очень привык к 200+ FPS, ты очень явно видишь, как бы, недостаток, скажем так. Я знаю, что многие из вас играют вообще на 30 FPS или на 60 FPS. Многие там консольщики, да? Но дело не в этом. Вы частенько, знаете... мне так забавно замечать людей там на стримах или в комментариях, которые пишут, что... типа, блин, ял, что ты жалуешься, у тебя там типа 200 FPS, у меня вообще там 30-60, я не жалуюсь, мне норм играть. Ребят, к хорошему очень быстро привыкаешь, и если ты к этому привыкаешь, то потом смириться с тем, что у тебя будет гораздо ниже FPS, но дело даже не в количестве FPS, а в том, что оно скачет. Я сейчас просто лутаюсь, хочу налутаться так, чтобы прям на топ отыграть. Прям фулл катка что-то была на топчик. Это что? Компьютер какой-то? Блин, у меня так непривычно. Как будто, знаете, как будто мышка съедает. Она как будто какая-то... какая-то чересчур плавная, что ли, вот непонятно. Давайте рассматривать графику. Это, наверное, супер не актуально уже, да, с такой формат видосов, но... но я так не делал. Не знаю, потому что я был занят контентом, который был в игре. Когда вышел RTX, по-моему, я один видос записал. Один-единственный видос записал про... как раз вот про RTX. А, и еще у меня была какая-то реклама ноутбука, по-моему, который тоже там RTX, что-то там. Вот это меня забавляет. Что это такое? Почему оно мигает? С 12-м директом еще очень много проблем. Вроде бы. То есть он довольно нестабильный. Вот я сейчас реально, я прям чувствую, как двигаю мышкой, и как будто бы курсор ставится, не курсор, а вот мой взор ставится вообще не на то место, куда мне хочется. То есть как будто такое, чересчур все плавное, чересчур все какое-то такое не очень, мягко сказать. Ну и ничего страшного, ладно. Полетели в зону, дробовик бы найти, да? Можно рыбу полутать. Кстати, можно на туре рыбу полутать. Почему нет? Отыграем на топ. Полутаю рыбу. Пообщаюсь с вами. Не знаю, напишите в комментариях свои вопросы вообще. Вот, вопросы. Не в комментариях. Знаете, давайте так. Я сделаю пост в Телеграме. Я хочу сделать ролик с ответами на вопросы. Не знаю, по поводу Fortnite, по поводу... может, еще чего-то. Давайте так. Идите в Телеграм. Там будет постик, где вы сможете... позадавать свои вопросы, а я запишу ролик, где я на них отвечу. Вот. Не помню, когда я последний раз такое делал и делал ли вообще. Блин, ловлю рыбу в Fortnite. Кайф, чё. Пока не начался новый сезон, ребят, занимаемся чем-то чиловым в игре. Максимально чиловым, кайфовым.
Вот сейчас запью бигу, скушаю рыбку, и все будет по кайфу. Что? У меня вылетела игра. И не только игра, у меня вылетела моя карта захвата. RTX убил мой комп? У меня перегрелась видюха или что? А чё у меня диспетчер не работает? Ребята, у меня комп дымит. Твою мать! Так, ну, вроде как все нормально. Я перезагрузил компик. Видюха не сгорела, слава богу. Все в порядке. Я запустил обратно Fortnite, решил зайти в магазин, посмотреть, что же тут нам подготовили. Давненько я здесь не был. Новый набор Аиды за 1200 V-баксов. Кстати, кирочка прикольная. Вот эти штуки уже все знают. Вот это, кстати, один из самых редких скинов. Агент Хаос. Это все есть у всех. Ну и основатель, который приоделся в трико зачем-то. Не знаю. Булава у него, кстати, прикольная. Наборы Звездных Войн. Я не особо фанат. Мистер Миссикс. Ну и все остальное. Все остальные наборы. Отряд Fortnite. Короче... Магазинчик сейчас в Fortnite довольно-таки стакнутый. Даже не знаю, что взять. У меня 11620 V-баксов. Могу себе позволить все, что захочу. Пожалуй, возьму себе вибропоса. Да, вибропоса себе возьму. Спасибо, буду его использовать. Где взять V-баксы? Что ж, у меня есть свой бот в Телеграме, который поможет тебе задонатить Fortnite. V-баксы, наборы, скины, батлпассы. Все, что ты хочешь в Fortnite. Не переживай, все проверено лично мной, надежно и четко работает. Плюс ребята уже оставили огромное количество отзывов. Все подробности я уже рассказал в своем телеграм-канале вот здесь вот, ссылка есть в описании. Обязательно залетай туда прямо сейчас и чекай закрепленный пост. Ну и покупай скинчики первым. Так, ребят, ну вроде как все нормально. Компик я потушил, он вроде как не сгорел, перезагрузил его, остудил. И снова залетел в игру. На этот раз решил взять другой скинчик, как видите, Ариану Гранде. Чтобы показать, как бы, все прелести, да? Ну, я имею в виду графику. Вот, что ж. Ну что, и режим нулевой высоты? Режим нулевой высоты, да. Я обычно в него не играю, я всегда говорю. Если хотите, знаете, у меня такая идея. У меня такая идея. Вот реально, напишите в комментах, нравится ли вам эта идея. Я хочу попробовать... записать челленджи, серию челленджей в режиме нулевой высоты. Типа как ремастер всех челленджей с первой главы. С первой и второй главы. Вот. Такая идейка. Но сейчас у меня единственный челлендж затащить, да, победить. Хотя такое ощущение, что я даже с первым игроком не справлюсь, потому что сколько у меня 90... Показывает 90 FPS, но оно скачет. Видите, 16, 78. Это ужасно, конечно. Блин, мышка вообще ощущается как... Ощущается как какая-то... вообще не могу целиться! Фу! Блин, я ее поворачиваю, она вообще вот, она как будто не слушается. Мышка как будто не слушается. Какой ужас. Так, ну я предпочитаю полететь в зону. Кстати, блин, еще и шилда у меня нет. Шилд бы. Может быть, это здесь на заправке или вот здесь на заправке. Как вам вообще игра? Вот она вот, как она выглядит? По кайфу вообще? Нормально, нет? Ну, как бы из-за этого у меня перегрелась видюха. Или даже не знаю, почему она просто выключилась. У меня реально ощущение... А вот это вот, смотрите, что это такое? Излучается какая-то... Какой-то графоний излучается. Выжил. Вообще не могу стрелять, оно просто вот. Я буду просто сидеть. И можно я буду просто сидеть вот здесь и все? И ждать зону. Оно просто вообще невозможно играть. Какой ужас. Я еле одолел типа. Знаешь, включаешь настройки графики на максимум и становишься ботом автоматически. Ну вот реально. Ну хотя я и так бот как бы, да, окей, да, можете... Все, лети, лети. Еще кто-то летит.
Он меня ищет или что? Иди отсюда. А, вот еще чел. Как он вообще понял, что... Что? Или он ничего не понял? Блин, я... Ладно. Ладно, все, я... Ну все, короче, я... Я играю на топ. Я избегаю стычек. Бля, мышка как... Мышка просто ватная, вот я вам так скажу. Мышка как будто из ваты просто. И вообще, в конце концов, я Ариана Гранде, между прочим. А, да как? Ну нет, это невозможно играть. Это... Не. Невозможно.